Да. Надо отключить блок нанокостюма. То есть ничего я использовать не могу. Что произошло? Ой. А, это, наверное, заскриптовано. Все. Нормально. Так, идем дальше. Блин, из-за этой травы лаги какие-то. Короче, незачем нам глушитель пока что. Урон на максимум. А здесь у нас что? 3 урона, да? А здесь? Есть 4. Ну ладно, давайте. Так, а это что? А, подствольные они недоступны пока, да? Да. А я что, до бесконечности могу использовать энергию этого, как его там называют? Костюма, в общем. Чувствую я... Они меня видят, да? То есть... Да, походу без толку. Ладно, отвалить. Только вот куда вопрос? Да, опасные типки. Ладно, погнали. Куда-нибудь да надо идти. Ну вот куда? Тут опять эти мрази. Так, вон вижу, что-то виднеется там. Броня у нас пока не кончается. Интересно, это интересно. А, вот, мало энергии. Так, я правильно бегу, да? О, бочки. Отлично, хотя бы здесь сейчас... Поиграем, мерзавцы! О, привет, чувак. Мне нужна минута, чтобы продумать отход. А вот это дерево упадет, как вы думаете? Большое. Ладно, зря я бочки взорвал пока. Командир Ромео, Ромео 1. Путь отхода Браво неприемлем. А если они сюда заберутся? Ты кто такой? Ладно, посмотрим. Наверное, придется оружие бросать. Ох, ты еще живой. Опа, пожар начался. Нет, мне нужна Клэр. Поезд будет разрушать вагон, если я по нему долбить буду. Какого хрена импровизировать? Ладно, давайте послушаем, что он там говорит. Окей. Здесь туннель. Думаю, он выведет нас на Брод-стрит. Я сдох, да? Ладно, прошу прощения. Я что-то не увидел его или поздно среагировал, а это что такое? А, боезапас, ну ладно. О, энергия восстановилась вся. Круто, ну давайте броню тогда использовать. Так, посмотрим. Будем внимательней отслеживать их. Вот этот мостик, интересно, можно снести? Сам главное, чтобы они сюда не подбегали. Максимум защиты. Стоп, как? Я забыл, как убрать эту режим. Уйди. Что, лезет? Где туннель? А чё он мне это самое? Опять сдох? Да ладно, все, ребят. Харе дохнуть. Стоп. Чё такое? Подожди, я думал, все будет легко. Все, так, все, в оба глаза. Смотрим. Командир Ромео, Ромео 1. Путь отхода Браво неприемлем. Нет альтернативы?
Ты кто такой? Кто там ревет? Ты ревешь? Буду с тобой разговаривать. Топни! Зовите Клэр. Максимум защиты. Так, звуки. Мне нужно Клэр. Смотрим по звукам. А. Продолжай. Импровизировать? Какого хрена импровизировать? Где твой план Б? Там кто-то еще был. Справа вроде никого. Вон там появился один. Думаю, он выведет нас на Броуд-стрит. Где туннель? Мне уже все, можно, да, сваливать отсюда? Так, сейчас подкопим пока энергии. Да, кто-то там был, я видел. Так, все, а патроны кончаются. Все каналы, все серии 2, Дельта 3, и немедленно эвакуироваться. Команды очистки уже в пути. Че, я пушку шлюкую поменял? Походу, да. Активируйте F, чтобы оглядеться. В смысле, я не понял, как это оглядеться? Ладно, ладно. В смысле, я не понял, зачем оглядываться. Так, сейчас глянем, что там по модулям у нас. Так, это что? Луч. Он такой же, да? Эта пушка непонятна. Так, надо валить. Валим, валим. Критическая угроза. Активность повстанцев в секторе 2, Дельта 6. Давай, давай, беги отсюда. В смысле оглядеться? Куда идти, что ли, оглядеться или что? Чё ты крадёшься? О, это просто очешуительно. Типичный прогон от центра. Не могу открыть этот туннель. Ты даже не пробовал открыть. Вот цистерну давай бомбанем эту. Да? Ну так я, блин, могу. Давай. Хорошо, даю. Даю. Резче, резче. Главная цель. Следовать за нашим другом. За этим психопатом. Критическая угроза. Активность повстанцев в секторе 2. О, пушкинцы. А, это не пушкинцы, это... Блокиратор костюма уничтожен. Ага, блокиратор костюма, ну круто. Так, здесь вроде ничего, вот здесь вот... Вектор. Подтолкни-ка! Вот это подтолкнуть? Но, мне кажется, проще тебе ворота толкнуть. Ворота. Итак, погнали. Псих, этот поезд полон легко взрывающихся материалов. Да. Только попробуйте прыгнуть сюда, уродцы. О, да. Это твой план? Да. А я не пойму, тут вообще рельсы есть, как по какой... Ну давайте, засранцы! Как мы вообще двигаемся? А кто там долго? Ой-ой-ой, кто там долго? Подожди, как присесть я забыл? Ну, сесть нельзя, ну ладно. Потом мы сможем надо включить нановизор. У нас там месяц. Зефей. О, БТР. Да, блин. Как мы еще не взорвались? Ну, у нас, ладно, надо костюм. Давай, помогай другану своему, останавливай эту цистерну. Давай! Я в порядке, пошли! Черт, броня! Псих, ложись! Бум. Не знаю, как тебе, а по мне это грёбаный беспредел.
перезагрузка костюма. Да, включай нановизор. Дерьмо. Дорогуша, твой солдат номер один на связи. Открой коридор на укрытие. Расчетное время 10 минут. Ромео-1, это командир Ромео. Поддерживайте радиопротокол. Теперь верните эту железяку домой. Прием. Идем. Ну и пора. Слушай, она ничего, если ее получше узнать. Просто не упоминая о видениях. Ладно? Псих, почему она зовет меня железякой? Внимание! Пока Сел контролирует энергию, Сел контролирует нас. Порабощает нас. Сердце Сел находится в энергетическом нексусе Цукермана около станции Брод-стрит. Они называют его система X. Этот осколок технологии ЦЭФов заключен в едином комплексе по сбору энергии в нескольких сотнях метров под землей. Это самый охраняемый объект военно-промышленного комплекса. Если у Сел есть ахиллесова пята, она здесь. Мы понесли тяжелые потери за последние несколько месяцев. И мне пришлось взять оперативное командование на себя. Нас прижали к стене. Сел дышит нам в спину. Сейчас или никогда. Мы уничтожим Сел сегодня или погибнем. Задание понятно, командир. Добро пожаловать в наше скромное пристанище. Сел всегда висит у нас на хвосте. Нам приходится кочевать. Ну, ты понял суть. Черт. Всем частям. Форпосты заминированы. Отходите к зеленой линии. Не останавливайся. Привет, дорогуша, я вернулся. Подожди, Майкл, я скоро. Добро пожаловать домой. Сел долбят нас цифровой артиллерией. Наша сеть сыплется. Верни нас в онлайн, живо! Черт! Бэр. У них рефлекторы для искажения сигнала. Мне насрать. Верните нас в онлайн. Клэр! Боже, Майкл, ну и денек. Мы потеряли хороших бойцов. Я пыталась связаться с Дэйном, когда... Что за... Че, сразу не заметила? О, нет, нет, нет. Клэр, как боковым это зрением. Пророк, выслушай меня. Взгляни на модификации, Майкл. Это ЦЭФ? Или Сел? Это вообще человек? Мы что, жертвовали людьми ради этого мутанта? Смотрите. Это не просто костюм, Майкл. Клэр. Клэр. Мы здесь уже 5 месяцев. И в этих асимметричных боевых действиях у нас все меньше успехов. Предполагалось, что это будет нашей Нормандией. Увы, вот они мы, прячемся. Мы ударяем то тут, то там, но не можем захватить инициативу. Нам нужен тот, кто изменит расстановку сил. Майор Лоуренс Барнс. Пророк. Карл Эрнст Раш. К вашим услугам. Раш, я помню вас. Замри, пожалуйста. Комбинированная ДНК. Человек. ЦЭФ. Искусственная форма жизни. Невероятно. Ты у меня не читаешься. Да, да ладно тебе, чего ты ждал, Лоуренс? Я создал этот костюм, мой дорогой, естественно, он не может прочесть меня. Клэр права насчет риска. Силы много, но она нестабильна и своенравна, капризна. Майкл посвятил тебя в наши планы? Я проинструктирую его перед выходом, сэр. Это превосходно, босс. Мы покалечим Сел навсегда. Ситуация куда хуже, чем можно себе представить. У меня видения, обрывки... Нам нужно переместить бой в Сел,
отключить энергетический Нексус и со всем этим покончить. Ибо то, что они делают, погубит всю жизнь на планете. Помните это. Знаешь, ты говоришь как пророк. Это намеренно? Очень соответствует. А теперь пойдем спасать наш вид. Ладно? Хорошо. Выдвигаемся. Будь осторожен. Буду, ты же знаешь. Идем. Ну, как-то быстро говорит. Лук в руки и погнали. Эй, я же просил тебя не говорить про видение. Ну, хотя бы про нас с ней промолчал. Ромео один, у тебя микрофон торчит. Опс. Сюда. Как стрелы на ходу менять? Никак. Так, у нас все по-нормально. Так, насчет этих. Вот она. Фултоновская ГЭС. Дожди. 500 мегаватт, напрямую питающих высотную систему обороны СЭЛ. Как эти материалы добыть, я что-то не пойму. СЭЛ распределяет свои силы по подстанциям. Что с этим делать? ГЭС. Давай отсюда прям по ней бомбанем. Как модули распределить, не знаешь? Ой, не модули, а что там? Касцена. И есть еще энергетический Nexus Cell. Система X. Вырубим дамбу, и ключевая оборона Cell накроется. Они не могут переключить питание системы X. Другой сетки. Объясни, зачем им дамба, если у них в системе X бесконечный источник энергии? Избыток? Или что-то в системе X их пугает? Да уж. Слушай, псих, ты хорошо знаешь этих людей? Им можно доверять? Почему она так истерит по поводу моего костюма? Она ненавидит костюмы. Не знаю почему. Все, что я знаю, это то, что ее команда вытащила меня из лаборатории. Спасла мне жизнь. Так, а вот это тут мина или что это было у меня сейчас? А, на четверку, да? Но я им никогда не умел пользоваться ни в каких играх, мне кажется. Лестница заблокирована. Нужно как-то запустить лифт. Это лифт? Он вообще зарос, он рухнет, ты что? Или это про какой лифт ты говоришь? Давай уж я. Помощь нужна? Нет. Отвали. Ну ладно, пойду тогда. Нановизор включен. Сейчас пометим все цели в натуре. Сразу. Хотя тут нечего помечать. Патроны. Да и то уже все тут взяли. Здесь. Думаю, здесь мы. Понял. Что тут? Прыгать? Бум. Прыгай, прыгай, прыгай. Что-то на месяц отстал. Ну ладно, хоть я в порядке. Значит, остался только я. Давай, Юта. Ромео один. Это командир Ромео. Я беру на себя управление. Мне нужна прямая связь с монитором нанокостюма. Прием. Принято. Но не дольше, чем необходимо. Ага, уже вижу врага первого. Ну, замечательно. Так, вертушки никого. Ну, или кто-то сейчас высадится. А как приближать? Не знаю, в общем. Я забыл, честно. Внимание! По поступившей информации... А, твою мать! Мы уверены, что жестянка в этом квадрате. Все, вроде бы... всех... всех отметил. Нажимаем Б. И двигаемся... в каком-нибудь нужном направлении. Маскировка отключена. Берем глушаки. Берем пушку. Ставим и здесь глушак. Хорошо, тут ничего. Че, спалили меня? Отключена. Не дождетесь. Блин, а где мне прятаться-то, если что? Если вот сейчас вот энергия закончится.
Чего в кустах нельзя прятаться, не пойму. Вот сейчас за этим камушком и спрячемся. Так, двое пошли туда. Это, в принципе, наш шанс. Так. Идем. Погнали. Вот здесь их можно вырубить стрелой, так? Электрострелой. Но и с другой стороны можно вырубить... одиночки. Он даже не увидел, что его товарищи минусанули. Или он тебе не товарищ. Нормально. С первого раза валит в спину. То есть не обязательно по голове долбить. Так, сейчас глянем, всех ли я тут отметил. Так, ну пока еще не всех. Ладно. Значит, обычную стрелу можно забрать. А это, я так понимаю, нет. Кто меня спалил? Где? Как он меня... А как они меня замечают через кусты, я что-то не пойму. Странно. Ну ладно.